Всем привет! Это канал Туманов Плей, с вами я, Владимир. Свершилось! Мы начинаем играть в Бога Войны. God of War, ребята, начинаем третью часть. Мы рождены в борьбе. Мы одержали великую победу и положили начало царствию богов Олимпа. Олимп зиждется на подземном мире. Олимп, боги, все, самое крутое сейчас будет в этой игре, ребят. Олимп появился из бездны хаоса. Он рос, а вместе с ним росла и наша мощь. Мы создали мир процветания, мир благоденствия, мир, живущий в довольстве в тени моей горы. Горы, которая стала олицетворением абсолютной силы и могущества. И вот настал день, когда нам был брошен вызов. Смертный Кратос желает уничтожить все, что было создано. Братья! Забудем о тех обидах, что так долго разделяли нас. Мы объединимся против дерзкого смертного, и я сотру его с лица земли. Олимп не будет вечно. Эпичное начало, конечно, очень так красиво все. Куча всякой живности. Ну ты красавчик вообще, а. Чья колесница, ребят? Кто не припарковал, она укатилась, ребят. Ты куда? Пацанчик, ты куда? Так, это Зевс, я так понимаю. Зевс, по-моему, по истории, в общем, Кратоса, это отец его. Это третья часть, ребята, поэтому, ну, самая такая, одна из лучших. Зевс! Твой сын вернулся! Я не свергну тебя с Олимпа! Так, я, значит, пришел с Зевсом порубаться, да? Так, сейчас, ребята, погоди, мне, знаешь, что не нравится здесь? Субтитров я не вижу почему-то. Я не вижу субтитров, я хочу их поставить. Но что-то, где настройки, я не могу сообразить тут. Так, предметы, статистика. Ладно, это я потом посмотрю, может быть, в настройках игры найду. Ладно, начинаем рубить, так сказать. Поиграем в роли мясника немножко небольшого так. Собираем все с этих чувачков. Слишком уж их много тут, нажимать клавиши показали нам, там что, почти на все можно давить. И что-то начинает уже происходить. Какая-то тварь, короче, опять пытается что-то сделать. Эй, боги, вы где там? Зевс ему сказал, можно, давай, и тот попрыгал. А это за нас или нет? Каменный вот этот. Наверное, за нас, раз, потому что боги с ним борются. Ладно, ладно, ничего страшного. Мы сейчас его спасем, он опять поползет наверх. Блокировать удары, L1. Сейчас будем блокировать. Слушай, мы на плече находимся у этого древа, так сказать. Спаси меня! Спасу, не переживай. В общем, вся эта живность, она за меня получается. Спасу.
пытаются подпалить. Пошли. Пошли, дерево вон задымилось, загорелось. Давай, поднимаем, быстрее, быстрее, быстрее поднимаем. Спасем тебя. Сейчас, если, конечно, меня вот эти пацаны не будут трогать, то все нормально будет. Серия ударов, смотри, сразу прет как, а. Бабах, бум, все круто. Ну давай, подходи. Кто следующий? Я на раздаче. Да хорош скакать уже, пошли. Эй, чувачки. Я умею уклоняться, я теперь научился, смотри. Оп. Вон громила опять полез наверх. Все нормально, значит. Мы сейчас дерево спасем и туда... Эй, ты чё? Коняга, ты кто такой? Это, по-моему, вот тот, который спрыгнул, это Посейдон. Но это, наверное, его творение. Потому что с водой связано. Посейдон, бог воды. Эй! Или бог морей, как я уж там не помню, забыл. Отстань от меня! Так, что надо сделать? Перемещайтесь быстро. Итак, их, чтобы атаковать. А, быстро перемещаться, крестик. Атаковать, ну давай будем атаковать. Сейчас я до тебя доползу, подожди. Эй, коняга! Нифига у него там эти подковы. Сколько лап-то у него? Штук 6, наверное, или 8 даже. Все, переверните обратно. Все, теперь нормально. Теперь стою на ногах хотя бы. Отвали, не надо меня бить. Стой, я сейчас с другой стороны попробую тебе зайти где-нибудь. Слева, справа, сейчас отбегу. Ну, эпично, очень красиво тут получается. Бои такие. Серия приемов идет. 13, 14. Ух ты, как много-то я ему накидал. Мне кажется, он после такого уже вообще должен не выжить уже давно. Бам! Так, нажимаем нолик, нолик, поехали. Что будем делать с тобой? Ага, даже так. Ну давай еще раз прыгнем. Хорошенечко цепляюсь за челюсть. И, наверное, сейчас будем отрывать ему челюсть. Потому что уж очень сильно я зацепился. Ну точно, блин. Оторвали. Все, после этого он точно уйдет отсюда. Я вот уверен. Хотя, знаешь что, он крепкий парень. Куда, куда я полетел-то? Цепляйся, Кратос, давай. Гора Олимп. Мы забираемся на гору Олимп, чтобы расквитаться с папашей со своим, с Зевсом. Не знаю, что уж он натворил. Это надо было смотреть первую, вторую часть. Я, честно говоря, не помню, что там было. Когда-то на третьей плойке я проходил их первую, вторую. Это надо историю смотреть. Сундуки, давай, чтобы открыть сундук, надо нажать R1. Пошли. R1. Ну, а, удержать надо. Все, давай, открывай. Сферы. Зеленые сферы дают здоровье, синие магию, красный опыт. Все ясно. Надо опыта, наверное, набираться, потому что потом я там видел в менюшку, когда сейчас заходили, надо развивать мечи. А, блин, я что-то не то нажимаю, он у меня уклоняется постоянно. Я хочу камеру поменять, вид, а здесь она не меняется. Надо отвыкнуть от этого. Потому что игра эта была на третью плойку сделана, здесь она просто идет ремастеринг. Переделали игру по графике, все здесь круто стало. Эй, держись, держись, ты чё, все нормально будет, сейчас спасем. Я уже ползу. Подожди, дай мне хоть, не круши здесь все, а то сейчас все раскидаешь тут, и мне как проползать-то надо будет. Эй, пацаны, вы чё стоите-то? Подходи по одному, можете толпой сразу, в принципе, чем больше вас, тем лучше. Одним ударом всех сразу тогда. Ага, вот так еще можно даже делать. Стоп, стоп, стоп. Эй, амазонки, вы чё тут? На стене зависли, так сказать. Все, нету больше вас. Побежал я дальше. Ну кто еще? Вы откуда взялись, пацаны? Вас что-то много слишком. Вроде не кладбище, ничего. Какие-то скелеты появились тут. Давай осмотримся. Ага, крючок. Надо зацепиться. R1, чтобы ухватиться. А, удерживаться так, чтобы прыгнуть.
Так. Понял. Сейчас будем нажимать R1. И будем перепрыгивать. Но сначала надо сундучок забрать. Зеленые жизни, синий, получается, магия, красный опыт. Давай почитаем, что здесь нам говорят. Цель баланса. Небывало прочная, она поддерживает связь между Олимпом. Я не успел прочитать. Между Олимпом и подземным миром. А, цепь баланса, цепь баланса. А я что написал? Сказал цель, да? Цепь. Вот это цепочка такая, цепура. Я побежал дальше. Давай, 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 сейчас все получится. Сейчас, пацан. Да хорош, я что, не допрыгнул, там нормально же все было. А, два раза крест нажать, точно. Для двойного прыжка, вон же написано. Для особо одаренных. Давай, двойной прыжок. О, крылья есть, прикинь. Какой универсальный Кратос, а. И крылья есть у него, мечи, что-нибудь еще там появится потом. Че вы стоите тут? А, вы с луками, да? Мне бы лук кто-нибудь дал бы еще. Я бы тогда еще пострелял бы по кому-нибудь. Давай наверх. А, прыжок через пропасть. Отклонитесь в нужном направлении, нажмите крест, чтобы перепрыгнуть пропасть. Ну, не вопрос, попрыгали. Нифига он какой огненный еще. Это тоже за меня? Ну, сейчас узнаем. Куда-то он упал. Подъем на уступ, свисая с уступа, нажми крест, чтобы подтянуться. Хорошо, прыгаем. Дальше куда? Так, дальше наверх опять. Опыта, кстати, много уже. 1600 набрал. Я надеюсь, мне на что-нибудь хватит. Ах ты, коняга. Ты посмотри, что на него, а. Ты моих друзей не трогай, понял? Держи его, я сейчас бить его буду. Давай, иди сюда. Как мне тебя нарубать-то, а? Слушай, нифига, надо, наверное, дальше бежать. Ладно, вот. А как мне теперь? Полетели, полетели, полетели. Во, я летать умею уже. Так, ну магия полная, в принципе. Ну ладно, какая разница. Сундук скрыли. И жизни, в принципе, целые. Ну, я думаю, что мы сюда уже вряд ли вернемся, оставлять смысла нет. Так. Ну, Кратос славится своей силой, он какие только блоки всякие, преграды, что только не поднимает, короче, очень-очень сильный. Давайте читанем. Читанем, а что не читается ничего? Значит, нечего тут читать, пошли дальше. Эй, ты кто такой? Братан, что-то ты не великоват ли для меня, а? Я вообще... Опа, подожди, что надо сделать? Ага, ага, понял, я в принципе правильно нажал, а вот сейчас неправильно. Давай еще раз. Серию ударов тебе проведем как следует. Эй. Вот, подожди, быстрее, быстрее, к нему надо подбежать. Бамс. Нолик. Давай еще бей. Добивай. Еще давай добивай. Слышь, Громила, ты зря сюда пришел, я тебе точно говорю. Сколько опыта с него высыпалось сразу. Так, давай, подходи еще, братва. Он ползучий даже, смотри, он без ног ползет. Да сколько же вас, а? Не, вы давайте пачкой целой выходите тогда. Че я вас по одному все прибиваю? Готовченко. Все четко. Так, куда дальше? Рычаг обязательно надо нажать. Раз рычаг сюда поставили, значит, нам надо. Надо его нажать обязательно. И походу бежать вон туда надо срочно на лестницу, потому что не зря показали. Так, что нажать? Побежали, побежали. Дальше. Дальше куда? А, сама поехала, все. Полетели. Это что? Это опыт, кстати. Красный надо обязательно собирать. Красный обязательно собирать.
И наше путешествие мы сохраним. И потом уже продолжим с этого же места, ребята, откуда и вот где закончили. Все, на этом всем счастливо. Спасибо, что начали со мной играть в эту игрушку. И поиграем, все, увидимся в следующем видео. Всем удачи, всем пока.